Всем кискомпис, с вами Директор. И мы сегодня продолжаем убивать босса одного за другим. На этот раз у нас лось или гусь, непонятно. Короче, давайте сначала найдем точку его приземления, где он находится. Для такого способа убийства нам понадобится шифровать щели и 10 дротиков. Ну и все. Итак, он приземлился и готов подыхать. Хаваем шифрова и начинаем его ебашить. Я думаю, улетит он секунд за 5, может быть за 6, так как у него очень мало хп. Все. И вот такой с него вот падает. Дальше, в следующих видео я более подробно расскажу о нем и о его цыплятах. На этом у меня все. Всем спасибо и удачи!